И всем привет, ребята, с вами я, Егор, мы с вами новое видео. И тут оно будет тоже короткое, как прошлое. Прошлое видео я просто так снял. И тут мы откроем, угадайте, что? Мега ящик! Я не обещал тогда, ну. Там что-то выпало. Шесть? Ура, ура, ребята. Да, у меня не открыты гаджеты еще. Это будет по-любому перс, хоть бы Лего. Или Эпик хотя бы. Лего или Эпик. Или Мифик. Рик, ладно. Сойдет, я Рика себе всегда хотел. Давайте одну карточку сыграем за Рику. Где? Вот он. Рикошет. У него есть скин Рикошет. Одиночный, конечно же. ШДшку одну. Будет видео минимум на 3, на 4 минуты, наверное. Я не знаю. Ну, название, простите, что такое. Я просто не умею названия делать. Вот такие дела. Не умею придумывать. Я сумасшедший. Хорошо, что у него все отскакивает так. И у меня ник Жимыхфан, если что. Если кто увидит Жимыхфан, тогда это я буду. Тогда это я. Я не пойду на пеньку, надо сначала баночек 5. Как у меня сейчас будет набрать. Все. Я теперь могу нападать. ХПшки подросли. Не пойду. Кстати, я хоть сильнее Рика, если... С Кольта и Рика будут одинаковые скиллы, и Кольт все равно лучше. Нет. У тебя ульта. У него, надеюсь, вот никуда ульта. Рика это хороший такой перс. Это плохая дизайка бьюха, кстати, все. И всем пока-пока, ребята, с Фокста и я был Егор. И пока-пока.